Всем привет, друзья, это Радиус. Мы продолжаем наши приключения во вселенной Elite Dangerous. Добро пожаловать на борт Джампаджета Вандерер, крейсера дальней разведки Скиталец. Мы летим заправлять терпящего бедствия. Терпит бедствие один пилот в 500 световых годах от Солнечной системы. Занесло его туда как-то без топливозаборника, непонятно как. Я быстренько загрузил топливных дронов, включил в крыло терпящего бедствия. Он, как говорит, включил мои крыла. И сейчас попробуем его выручить. Сколько прыжков? Два прыжка до системы осталось. Ни разу еще не пользовался топливными дронами, дронами передачи топлива. Главное, чтобы у меня был полный бак, да, к моменту выхода. Но я там заправлюсь у звезды. Он, по-моему, торчит у звезды. На Анаконде тоже. С полностью пустым баком. Взял с собой... Сколько там? 40, по-моему, дронов я с собой взял. Надеюсь, хватит. По-моему, каждый дрон передает 1 тонну топлива. Сейчас мы это и проверим. Так, полный бак и последний прыжок. Черт. Так, все, полностью топливо заправил. Сигнал крыла вижу. Я, по-моему, вокруг него летаю, надо скорость сбросить. Понятно. Так, ускоряемся, наверное. Получится? Должно получиться. Нормально все. Так, тихо. Не вертелся бы он. Так. Посмотрим, что... Он полностью вооружен. Следовой сканер. Сканеры преступника. Силовая установка. Щитогенератор. Щитонакопитель. Да, действительно, топливозаборник забыл. Топливозаборник забыл. Ну что ж, давайте. Заправляем. Поближе немножко подлетим. Чтобы посмотреть этот процесс. Стой. Не крутись. Куда там дроны будут заправлять? Ага, летит, заправляет.
Так, я могу одновременно выпускать три дрона-заправщика, да, получается? Так, все пока. Так, а у меня топливо убывает, естественно. Ну, конечно. Так, дроны вот заправляют, да? Куда они там, надо посмотреть бы, интересно, куда? В грузовой отсек, что ли, залетают? Да, в грузовой отсек, спереди отсек для ТРП у анаконды, а сзади грузовой. Давайте чуть поближе, может. Надо его побольше заправить. Все-таки 500 световых лет от солнца. За 4 прыжка сумеет ли он допрыгнуть до станции? Сумеет ли он за 4 прыжка? Он в полном вооружении. Поэтому я думаю, прыжок у него где-то 30 световых лет. Черт его. Ну, раз он сюда долетел как-то, значит, долетит и обратно. С полным баком. Ой, сколько взорвавшихся дронов, самоуничтожившихся. Так, ну еще немного, по-моему, осталось. Я просто по своему баку сужу. Если у него дополнительный топливный бак есть, то это уже хуже. Хотя я могу заправиться сейчас от звезды, но у меня дронов не хватит. Дронов не хватит, чтобы его заправить, дополнительный его топливный бак. Что? А, меня предупреждают, что топлива уже мало осталось в моем баке. Слушайте, без топлива бы не остаться. Сейчас я от звезды заправлюсь, напишу ему. И до полного бака тебя заправлю. Так, сколько у меня дронов осталось? 13. Ну да. Надеюсь, он с полным топливным баком долетит. До станции. Так, сильно не разгоняемся. Топливозаборник у меня хороший. Хорошо, что звезда заправляемая. Было бы здорово, сейчас бы я еще завис. Вот это да. Я не проверил. Никогда так не делайте. Всегда проверяйте, заправляемая ли звезда туда, куда вы летите. Передавать топливо. Вот это да. Но мне, можно сказать, повезло. Больше так делать не надо.
Здесь такая интересная система, две звезды рядом, что ли? Че я так далеко летал? Так, слишком близко от звезды. Нет, все нормально. А, так здесь уже заправка работает. Да, что-то я немножко тормознул, какой-то второй звезде полетел. Надо было систему сразу посмотреть. Так, топливо. Заправщики 13 еще есть. Поэтому смело заправляем. Так, их у меня было 40. А бак 32 у анаконды, 32 тонны. Так. Поэтому, мне кажется, сейчас последний будет дрон. И больше у него топлива не влезет, если дополнительного топливного бака, конечно, нет. Ну, нам дроны... Да, топливо передано. Давайте попробуем еще ему затолкать. Дроны нам скажут, что у него топливный бак переполнен, интересно, или нет? Нет, ну давайте до конца ему тогда. Вдруг у него дополнительные топливные баки. Хотя... Здесь у нас не покажет дополнительные топливные баки, ведь импульсный лазер, 2 усилителя щита, 3 теплоотвода, следовой сканер, сканер преступников, боевой фит ПВЕшный, да? Силовая установка, щитогенератор, 2 щита накопителя, истребители, гараж, ФСД перехватчик, прям даже с перехватчиком. Так, сейчас напишем. Полный бак или нет? Потому что у меня 4 дрона. Ну все, замечательно. Не забывай топливозаборник. Так, ну что ж. Все очень просто. Так работают топливные дроны по тонне. То есть, если нужно заправить полный топливный бак кому-то, берем столько дронов, сколько тонн вмещается у корабля терпящего бедствия. Ну что ж, я возвращаюсь в домашнюю систему, в Шинрарту. Ставлю свой джемпаджет в ангар. Экипаж корабля крейсера дальней разведки «Странник» прощается с вами, господа. Всем удачи и всего хорошего. Frameshift drive charging.